Ну, расскажи про свое. У меня есть паучок. Посмотрите на моего друга. Вот это мой друг, паучок. Он ко мне пришел, и теперь он слушает у меня лекции, присутствует. А когда лекции нет, когда я не говорю, соответственно, он пытается по мне бегать. Приходится его снимать каждый раз, потому что я просто очень боюсь его раздавить. Но он дружелюбный. Вот. Так что у меня появилась компания. Не так скучно лекции проводить.